В Ангарске сносят незаконные постройки. Сегодня в 13-м микрорайоне тяжелая техника прошлась по гаражам. Впрочем, снесена была лишь часть комплекса. На муниципальной земле незаконно находились лишь два бокса. Администрация округа обратилась в суд. В ходе проверки выяснились и другие нарушения. По регистрации там нежилое двухэтажное здание. Фактически там комплекс из блока гаражей. Сейчас не ошибаюсь, 16 штук, по-моему, там гаражей. И в данном случае были исковые требования направлены в отношении той части объекта, которая вышла за границы предоставленного в установленном порядке земельного участка. То есть данная часть объекта попала на смежный участок, который находится в распоряжении муниципального образования. Подобный случай не единственный. В настоящий момент в производстве Ангарского городского суда находится как минимум два дела, также связанных с незаконными гаражными постройками.